Доброго времени суток, 21 декабря 2019 года, и это самый короткий день, и за этим днем наступит самая короткая ночь, но этот поход не про то. Уже стоит неделю, как очень теплая погода, я бы сказал, даже жарко для декабря месяца этого года. К сожалению, эта теплая погода, совпала с рабочей неделей, вот наступила суббота, и я здесь, на реке Кодра, здесь у истока. В общем-то, выдвинулся я с Комаровки и вот здесь буквально через 40 минут оказался. Бывшие сады Болесняка. Ну, а этот поход будет посвящен, собственно, изучению этой речки. Планирую посмотреть, где, собственно говоря, более-менее высокий берег подступает к этой речке, потому что речка все-таки течет в таких низменных, болотистых местах с широкой поймой. Вот. Это первая локация, по левую сторону от этой реки первая возвышенность. Я уже здесь был когда-то в ноябре, сейчас стоит точно такая же погода и такой же, к сожалению, пасмурный день. Погода меняется, солнца, по всей видимости, не будет, ну а там посмотрим. Что ж, пошли изучать речку Кодра. Собственно, картина такая же самая, как и месяц назад, когда я тут был в ноябре. Но в тот раз я завернул и пошел изучать речку Пуска. Ну, а сейчас я проследую уже по левому берегу этой речки. Буду ее всячески изучать. Дальше в районе ЖД-моста я ее перейду и проследую уже на Кодру. В поме Кодры две лэп очень интересно так соединяются в одну просеку. И дальше уже идет одна сплошная огромная просека. 750 киловольт. Линия электропередач. И, собственно говоря, первое солнце в этот декабрьский, самый короткий в году день 2019 года. Я тоже прохожу пойму речки Кодра. Видимо, весной тут она может затапливать эту дорогу. Мост чуть дальше будет. Надо отдать должное, конечно, сегодняшний день хоть и пасмурный, но настолько теплый воздух и настолько теплая погода, что градусник показывает плюс 9. Это в декабре. Но вообще вся неделя была сплошной аномальный плюс. И в среду очередной максимум плюс 13 градусов было днем. Было где-то 17 числа, по-моему. Да что такие дела? Интересный, очень теплый декабрь. Больше похож, конечно, на ноябрь. Ну а вот сам мост через речку Кодра. Здесь она уже более полноводная. И даже видно небольшое течение. Ледок какой-то тут ночной. По сути, Кодра берет свое основное начало, основное наполнение водой берется вот в этих болотах, торфяниках, которые вот здесь вот в этой долине расположены. Ну вот как тут все было. По сути, я сейчас вот вступаю, иду на хутор Гутыщи. Когда-то он тут был. И уже ЖД-ветка, которая когда-то подходила совсем недалеко в эти места. Места торфодобычи. Вот насыпь ЖД-ветки. Там забуяние. Ну, а вот так она идет по карте. Как видно, ее здесь нет. Идет она, в общем-то, параллельно дороге, по которой я сейчас иду. Дошел до переезда. И я услышал гудок тепловоза. Не знаю, я собираюсь его тут подождать. Да, это не похоже на ветер. Шум доносится оттуда. Даже не ожидал. Ездит. Все-таки ездит.
Сейчас ровно 11:15. И вот этот поезд, который едет по этой секретной ЖД-ветке на военный объект Забуяне. Такого я, конечно, не ожидал. Люмьер, прибытие поезда на станцию, в данном случае на переезд. Такого я, конечно, блин, вообще никак не ожидал тут увидеть. Интересно, сколько вагонов? Уже совсем близко. Вагоны смотрим очень внимательно, откуда они, все видят. Вот это прикол. Ну я вообще все понимаю, там всякий лес тут перевозить, но чтобы газ, да еще РЖД. Привет, Россия. Очень прикольные места. Вот этот лесок я хочу посмотреть. Вот он. Как будто на острове находится. А вообще лес очень интересный. Вот тут ели повысаживал кто-то, какой-то лесник. Вот идут сосны, очень красиво. Как-то неординарно. Вот мох растет, нету подлеска. Где-то вот лес напоминает где-то приршанские такие вот леса. Хотя это всего лишь Кодра, это намного ближе. Вот так вот. Делаются тут прочистки, очень классно. А сейчас иду уже как бы к пойме реки. Буду смотреть тут что к чему и как. Вот даже какой-то есть столик и стулья. Вот, отойдя немножко от стоянки, захожу вот в такую пойму уже Кодры. Низкий берег. Сейчас проследую по нему, вот в этот лес, меня вот этот лес интересует, насаженный. Вообще интересно тут даже до самой Кодры как-то дойти. Ну вот, сам лес практически подступает к Кодре, но вот Кодра все-таки такой вот пойме на низменной части тут течет. Нету дубов, есть какая-то ольха. И вот она, та самая Кодра, собственно, персоной в этой части. Даже не знаю, может это просто заводь болотцы, а она течет где-то там посередине.